И всем привет, с вами Каиса, и я продолжаю свое хардкорное прохождение в игре Resident Evil 3 на челлендж Only Knife. А сейчас мы идем к финальному боссу уже. Так, давайте возьмем травы. Хотя нет, давайте сделаем вот так вот. Сделаем себе очередную хилку. Полную. Так, вот у нас. И у нас весь инвентарь будет забит хилками. Вот, все. Выходим отсюда. Так, тут у нас зомби. Вышел целая толпа, да? Так, а ну идите сюда. Так, давайте, давайте. Идите сюда. Давай, 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 иди сюда. Так, убегаем от них. Отлично. Даже траву эту некуда брать уже. Забегаем вот сюда. Так, нет, это нам не надо. А что у нас здесь есть? Блин, даже спрей некуда пихать уже. Обалдеть можно. Так, ну давайте... возьмем, что это у нас тут такое. Так, радар. А теперь попробуем спуститься. Закрыто? Нет. А, вот. И у нас... Да, у нас сейчас будет еще кое-какой выпад. Нам нужно отпустить Николая. Вот мы с ним поговорим. Так, и все, Николай улетел. Jill, that's it. We've got to find a way out of here now. И у нас уже запущены ракеты вот. Warning. Так, давайте используем эту полную хилку, возьмем здесь спрей, ну вот так вот мы пойдем и спускаемся вниз. Так, здесь у нас есть ящичек. А, гад. Смотришь на меня? А ну получай, гад. А ну не подходи ко мне. Вот гад, а. Давай, ползи, ползи, ползи сюда. А ну ползи, гад. Так, отбегаем этого гада. Так, тут еще зомби один стоит. Давай, зомби, иди сюда. Так, отбегаем зомби. И всех этих гадов. И заходим в эти двойные двери. Так, здесь у нас ничего нет, бежим дальше. Времени мало, в принципе, уже. Заходим сюда. Так, и здесь нам нужно... Так, нам нужно задвинуть вот эти вот сейчас будет. Здесь что-то включить нужно, да? Да, вот. Один, два, три. Сейчас их нужно будет задвинуть. Так, вот задвигаем первую. Теперь бежим ко второй. А, стоять у нас вот наш финальный босс. И месяц все еще жив, да. Вообще бой несложный будет. Просто бежим и вставляем эту, двигаем вторую.
двигаем вторую, так. Теперь нужно третью задвинуть нам. Выдвигаем. Наш активируемый. Так, сейчас нам нужно будет просто нам побегать от финального босса. Просто побегать надо будет. Залез наверх. Бегаем, бегаем, бегаем. Давайте сюда сбегаем. Бежим, бежим, бежим. Пробили проход, отлично. Нужно его сюда подставить, заманить. Давай, спрыгивай. Так, он не хочет спрыгивать, гад. А ну иди сюда, гад. Давай, спрыгивай, времени мало. Вот, молодец. Так, сколько тебе еще нужно? Сейчас еще подождем его. Нет, 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 не попался, гад. Да вот же ты. Давай, иди сюда, не медлись. Под пушку вставай. Вот, все, есть. Вау. Это был весь финальный босс. На no damage, кстати, заметьте. Так, тут все перегрело нахрен. И пушка наша, и все. Так, а нам нужно бежать в ту дверь. Спасаться нам нужно. Бежим. И что, еще не все. Он еще пытается бороться. Так, ну мы просто возьмем и убежим от него. Игнорируем. И эвакуируемся. Пошел он куда подальше. Все равно сейчас... Все равно ему не выжить. Так, вот, спускаемся на лифте. Так. И бежим. Все. Сейчас будут финальные видеоролики. Jill! It's over, Carlos. What are you talking about? Don't you hear that? There's a second chopper, and it's here to rescue you. But who is it? Who could possibly be looking for me? It doesn't matter. We just have to be there when it lands. Так, вот за нами прилетает Бэрри Бёртон из первой части Resident Evil. Ну, точнее, он прилетает за Джилл. Это каноничная концовка. Как ее еще многие считают, хорошая концовка. Так, ну тут у нас видеоролик. Вот нам сейчас покажут. Вот он, Бэрри Бёртон. It's coming. Yeah. It's the end. И все, сейчас все. Конец Raccoon City. Взрыв ядерный. Летает все. А мы вовремя улетели, спаслись, можно сказать. Так, сейчас... Сейчас будут титры.
Так, они проматываются. Так, ну я пропущу тогда. Так, и вот у нас подходит к концу титры. Ну, что я хочу сказать. Я прошел трилогию Resident Evil на челлендж Only Knife. Я рад, очень этому рад. Что еще могу сказать? Ну вот итог. 3 часа, 1 минута, 29 сохранений, ранг Е. Ну, в принципе, не на ранг играл. А, и открыли наемников. И получили ключ от бутика. Так, и эпилог. Ну, чтобы открыть все эпилоги, по-моему, 8 раз нужно игру пройти. Так, давайте сохранимся. Ну, давайте вот на 6-е сохранение. Так, next game, 0-0. Так. И все. И на этом все. А я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. И увидимся в следующих прохождениях. Пока не знаю каких, но обязательно увидимся. Всем удачи и пока.